Одна из ключевых задач округа на сегодняшний день – всесторонняя поддержка мобилизованных граждан и их семей. Сверхбазовых комплектов Министерства обороны муниципалитет собирает для мобилизованных дополнительные рюкзаки с экипировкой. Теплые вещи, термобелье, спальные мешки и все, что необходимо для выполнения поставленных задач. Семьям военнослужащих оказывают комплексную социальную поддержку, в том числе освобождают от оплаты детского сада, школьных обедов, кружков, секций и многого другого. Бесплатные социальные услуги для пенсионеров, уже есть запросы по доставке продуктов, медикаментов, это психологическая помощь, юридические консультации, ну и содействие в получении социальных выплат, если это потребуется. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, каждый мобилизованный получит единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Деньги поступят на указанный банковский счет в течение 3 дней после получения сведений из военкомата. Для выплат военнослужащий должен быть мобилизован в период с 21 сентября по 31 октября. Дано поручение от губернатора соответствующему блоку все-таки проработать механизм, как обеспечить получение денег не только, собственно, самим военнослужащим, но и членам их семей. Сейчас в некоторых военкоматах работают нотариусы, которые оформляют доверенности, что существенно увеличивает время прохождения комиссии военнослужащими. По поручению главы Одинцовского округа Андрея Иванова завершается подготовка к открытию специализированного центра поддержки семей мобилизованных граждан. В нем можно будет получить не только социальную, но и нотариальную, юридическую и даже психологическую помощь. Центр этот сегодня в формате обзвона семей мобилизованных, но с завтрашнего дня и в полном объеме с четверга он будет работать по адресу, где располагается торговый центр «Дубрава». Это всем известное место, где был пункт вакцинации. Помимо профильных специалистов, центр поддержки будет оснащен всем необходимым для комфортного пребывания родственников. Чтобы любой член семьи мобилизованного чувствовал себя в нем, как у себя дома, подчеркнул Андрей Иванов. Также руководитель муниципалитета заверил, что поддержка семей мобилизованных граждан будет вестись на опережение. И мы должны заниматься всеми вопросами, и мелкими, и большими, и сложными какими-то проблемами, которые, возможно, копились долгие годы в семьях и не находили решения. Вот сейчас мы эту ответственность на себя полностью берем. Подробную информацию, связанную с частичной мобилизацией, можно получить по телефону горячей линии 122, а также с помощью телеграм-бота «Мы рядом». Полина Толмачева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».